Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проведем прямой эфир с вами о шторах, о текстильном дизайне. И сейчас я приглашу Ольгу Филимонову, с кем мы проведем этот прямой эфир, очень известного, крутого дизайнера по шторам, текстильного дизайнера. Сейчас мы это попробуем это сделать. Оля, если вы меня видите, пожалуйста, откликнитесь, и я вас присоединю к эфиру. Здравствуйте, 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 Виктор, здравствуйте. Рада вас всех видеть, что вы присоединяетесь. И всех вас приветствую, всех машу ручкой. Оля, наверное, вам стоит отправить мне запрос, и тогда я смогу присоединить вас к эфиру. Я бы хотела начать с того, почему возник этот вопрос о шторах в интерьере. Казалось бы, чего может быть проще? Декорирование окон. Но реально, если об этом не подумать в самом начале, то очень трудно может оказаться осуществить то, что задумано в самом конце. Здравствуйте, здравствуйте. Жду, когда Оля отправит мне запрос, и я ее присоединю к эфиру. Хочу напомнить, что этот эфир мы задумали на прошлой неделе для того, чтобы объяснить, как дизайнерам, архитекторам и нашим заказчикам, что нужно предусмотреть в дизайне штор, чтобы правильно осуществить задумки в самом конце. Шторы выбираются обычно уже вот наши заказчики привыкли, что их выбирают в самом конце ремонта, когда уже все стоит, когда уже есть выбраны диваны, даже, может быть, лежат ковры на полу. И тогда дизайнер по тканям приходит на объект с образцами, показывает ткани, которые могут подойти, и приступают именно к дизайну штор. Но реально ситуация совсем другая. Чтобы правильно разместить, оформить окна, нужно еще в самом начале дизайн-проекта подумать о том, как эти шторы будут висеть на окнах и какие они будут. Жду Ольгу Филимонову, которая должна попроситься ко мне в эфир. Оля, пожалуйста, отправьте запрос. Да. Так, сейчас я попробую, как это сделать самой правильно. Так, отпрос Оли. И я надеюсь, что у нас сейчас все получится, и Ольга войдет в наш прямой эфир. Оля, здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то у нас получилось. Я хоть несколько раз уже проводила совместные прямые эфиры, но все время Инстаграм какие-то вводит обновления, и я теряюсь. А я вообще первый раз. Представляете, как мне волнительно. Ничего страшного. Я думаю, я думаю, что мы справимся. Давайте я еще раз вернусь к самому началу и хочу рассказать, почему я Ольгу Филимонову попросила со мной провести этот прямой эфир. Ну, начну даже с того момента, как мы познакомились. Познакомились, в общем-то, благодаря Оксане Кошенко и Лене Лафтон, которые настраивают бизнес-связи. И когда я была на ArtPlay, в частности, в Плутоне, я побывала у Ольги в студии. И когда я вошла в ее студию, я поняла, что я попала к своему человеку.
Почему к своему? Во-первых, вот ее студия, она мне очень напомнила то, что как у меня была точно такая же, ну почти такая же студия в двух уровнях с антресолями, с картинами на стенах на Профсоюзной. Мы снимали тогда помещение у мастерских в Учечиче, и более того, мы даже сами делали свое помещение. Его фактически не было. Из гаража мы сделали себе офис с двухсветным пространством. И когда я попала к вам, я поняла, что я как будто бы попала к себе. А когда я еще увидела картины на стенах, то я точно поняла, я вот прямо-таки как будто бы у себя дома. Я пришла к своему человеку. И поэтому я сразу же решила, что нам с вами надо непременно провести вместе прямой эфир и поделиться нашим с вами опытом, в частности, вашим опытом, потому что далеко не все понимают о том, что то, что вешается в конце, то, что завершает наши интерьеры, а это реально, это начало, это должно быть заложено в самом начале проектов. Поэтому, Оля, вам слово. Расскажите немножко о себе и продолжим. Ну, меня зовут Ольга Филимонова, я занимаюсь дизайном штор, а вообще с 3-го года, на самом деле. А я после института, в последнем моем посте как раз есть краткая автобиография, вы можете его там почитать. Жизнь меня, так сказать, покидала везде, я жила в Праге 11 лет, и по профессии я художник-модельер, я закончила Московский текстильный институт имени Косыгина. Вот, и потом занималась галерейным бизнесом в Москву, ну, посетила обстоятельства, в общем, скорее так, ну и просто по зову сердца тоже. Неожиданно жизнь меня развернула в сторону дизайна, но это произошло совершенно случайно. Я, так как вернулась, не знала, чем мне, как новую для меня совершенно Москву, потому что я уезжала в начале 90-х, одной вернулась я в 2000-х. За эти там 11 лет произошли колоссальные изменения, это просто уже другая страна, другой мир. И, конечно, никаких связей, уже все, ну, как бы связи потеряны и так далее. Я устроилась по специальности в художником-модельером в одно очень такое престижное ателье с такими именитыми заказчиками и так далее. И первая же клиентка, она попросила, ну, как-то, которую мне представили, попросила нарисовать в морском стиле ей декоративные подушки. Я это сделала, но не занималась ничем, я с любовью, с душой, отрисовала ей подушки. Ей очень понравились они, она заказала, и мы сделали их из тех тканей, которые, собственно, были вот такие именные ткани, там есть, по-моему, эскада там были, такое вот, для одежды. Ей очень понравилось, там я вышла какие-то, попросила, ну, вышивальщицы были какие-то якоря золотые и еще что-то, ну, было красиво, понравилось, и оказалось, что она хочет заказать весь текстильный дизайн яхты. Ух ты! Это было понятно, неожиданно. И, ну, я устроилась на работу наемным первый раз за свою жизнь сотрудником. Сказали, надо, и я, как бы, естественно, стала это исполнять. Ну, все получилось на ура. Даже мы разработали монограмму заказчиков, вышили ее там золотцем на каких-то легких шторках, но угодили на все 100%, и дальше поехала. Попросила переделать гостевой дом в своем загородном, так сказать, у своего загородного коттеджа часть интерьера тоже текстильного попросила переделать в основном доме. Пошло как-то по цепочке. То есть я фактически, придя на эту фирму, не успела получить никого за одежде. И сразу меня попросили, так сказать, пока ничего не было, это был начало 2002, начало 2003-го, очень было плохо с образцами, со всеми. Да. То есть, и представьте, я-то никогда не общалась с этим. Быстро надо было осваивать, я все
учиться, где только сама собирала информацию по карнизам, по установке, по монтажам. Вот это все у меня больше всего техническая часть, конечно, не художественная. Да. Такой ткани это было. А вот то, что касается технических вот этих нюансов, меня я просто на первом своем, так сказать, заказе довольно из дорогих тканей, тогда это была эра-эра. Это фит, которая делала ткани для Версачи, для дома Версачи и так далее. И это был дорогущий, в общем-то, проект. И для меня, которая вообще в этом деле, ну, как сказать, абстрактно понимала, красиво, некрасиво, но технически нет. Я от страха в конце упала в обморок, если честно. Оставалось. Но как бы никого не было, заказчиков, просто мне стало дурно, закружилась голова. И дальше пошло, поехало, мы открыли новое направление на этой фирме, на которую я пришла работать как художник-модельер по декоративному. Мы стали этим заниматься. Но я же человек вольный, птица вольная. Я сразу предупреждала, что я никогда в жизни не была наемным сотрудником. Мне было очень тесно, мне хотелось там то, все, ну и... Конечно, я ушла, я пою. Сначала маленький, ну, какой-то уголок там, и искала везде образцы. Потом потихоньку, уже в 2006 году у меня уже был свой цех. И он до сих пор, я им горжусь, он очень хорошего уровня. У меня с 2006 года бессменно начальник швейцарский. Вот она же конструктор, главный технолог Ольга, это моя подруга. Как бы, это очень ценно. А? Это можно очень ценно. Да. Она вот все эти годы. Можно с закрытыми глазами просто отдавать ей сложные вещи. И я спокойно, абсолютно, что будет выполнено на самом высоком уровне. Но мы вместе с ней решаем какие-то сложные узлы, задачи. Нужно решить какие-то... фантазируем, сами придумываем какие-то технологии, и это прям такая экспериментальная лаборатория, которая приносит еще и, да, творческая экспериментальная лаборатория, которая, в общем, мне очень дорога, скажем так, и я получаю большое удовольствие. У меня время прям, когда я попадаю в цех, у меня время просто исчезает. Я расстался, уже все, пролетело 5 часов. Да. Вот. По поводу вашего вопроса, да? Ну, в общем, и с тех пор и занимаюсь, работаю, но еще и картины, так сказать, меня не отпускают, потому что в Праге я занималась галерейным бизнесом, мой муж мой художник, мы начинали, в общем, про это отдельно потом расскажу, поговорим, это да. Отдельно интересно. Вот, а что касается... Что, как их надо, когда начинать о них думать, да. Что закладывать. И вот этот вопрос, который, как правило, беспокоит всех, а беспокоит нас уже постфактум, когда к нам приходит, говорит, а мы, ой, а что это, оказывается, столько стоит, а мы не знали, а как-то мы не предполагали, и мы не оставили, так сказать, бюджета. Ну, в общем, задумывать, что нужно, и с точки зрения дизайна, и с точки зрения бюджета закладывать надо на начальном этапе проекта. Потому что это последняя финишная черта, да, и ваш дом может быть закончен, и интерьер может быть закончен абсолютно, и поставлены все акценты, и не только шторы, там текстильные акценты, это подушки прекрасные, да, это... пледы, это могут быть чехлы на мебель, на стулья, это, ну, куча, скатерти, салфетки, да, пледы, ну, это весь спектр текстильного дизайна, в общем. И задумывать надо на начальном этапе, когда вот архитектор, дизайнер приходит к заказчику, и они начинают решать, что и как концепцию интерьера закладывать, тогда уже надо закладывать, потому что часто их, ну, как бы задвигают, оставляют потом, оставляют какое-то белое пятно, которое потом надо быстро-быстро чем-то заполнить, а уже завязать бывает довольно сложно. То есть лучше шторы, конечно, задумывать, уже приходить даже, если в проекте
если 3D или визуализация есть. Уже лучше прийти, ну, к куда-то, в текстильное бюро, допустим, к нам, и немножко ознакомиться, покопаться, показать заказчику, потом взять, какие по ткани, сколько они могут стоить, какая фактура. И, естественно, зависит очень выбор штор от функционала. То есть понятно, что если это помещение, которое подразумевает там кинозону, да, это телезону или что-то, оно должно заранее быть продумано, чтобы это было функционально, удобно закрывалось, то есть подвести электрику, скорее всего. Ну, сейчас, ну, все мы знаем, что очень-очень больше стали применять электрические карнизы, потому что это удобно, потому что их можно совместить с умным домом, ну, потому что это функционально, потому что сейчас уже системы такие, что можно напрограммировать, и они сами будут работать вместо будильника, допустим, открывать вам прекрасно. Это как в кино, да? Да, в 6 утра. Вот, или там в 7 или в 8, во сколько вы хотите. Также вечером закрывать. Ну, то есть это все нужно заранее планировать, чтобы потом не ах, мы, а мы не подвели. Но, в принципе, есть всякие там хитрости и нюансы. Если это не очень огромные там панорамные окна, потому что там есть некоторые ограничения, если вы успели провести электрику, то можно сделать аккумуляторные. Это тоже сейчас вполне как бы возможно. Решаемый вопрос. Да, да, да. И это решаемый вопрос, и это все тоже возможно. Но по дизайну все-таки лучше задумываться на начальном этапе и понимать, назначение, как бы, ну, функционал, назначение, ну, и дизайн. Бывает, что шторы, они не функциональны. Если загородный дом, многие любят много света, веранда или там столовая или гостиная, где вообще люди не собираются смотреть телевизор, они живут такой дачной жизнью, окна открыты. Там только может красивые струящиеся какие-то льняные или, ну, любые светлые занавески, которые просто обрамлять, делать... Просто декоративные. Да, чисто декоративные. Не обязательно они должны быть функциональными. Но тогда в таком случае надо думать, какой карниз все равно, как он будет вписываться, с чем он будет сочетаться. Если это металл, то какой? Если, ну, понимаете, да? То есть все равно нужно об этом думать. Да. Ну, вот у нас поступали, мы с вами объявили, когда о прямом эфире, мы стали собирать вопросы к этому эфиру. И, в общем-то, среди них были просто вопросы, фактически то, что вы сейчас уже частично ответили, но все-таки я хочу их повторить. Вот с чего начинается дизайн штор? Дизайн штор начинается с дизайна общего и вашего интерьера. Вот только вы получили представление о том, что вы хотите, да, вы... Если вы заказчик, или вы, если вы архитектор и дизайнер, интерьера, как только вы получили представление, выбрали стиль, то вы уже думаете о том, какой орнамент, что вы хотите, какую-то фактуру, мягкой, струящейся, или минималистичная, или даже жестко колючая, может быть, с металлом, ткань бывает с металлической как бы нитью. И вы уже должны представлять, что бы вы хотели, как бы вы хотели обрамить, какие у вас окна, начнем с того, если это французский, с такой красивой раскладкой, то понятно, что оно диктует свое. В общем, стиль, общий стиль интерьера, как бы сразу вот с этого и начинается дизайн, собственно, штор. И вы когда, ну, приходите, то есть когда к нам приходят архитекторы, дизайнеры, либо, ну, заказчики, то мы сразу, пожалуйста, покажите, есть у вас какие-то задумки, если есть визуализации, то это шикарно. Если есть, ну, любая 3D или что-то. Если готовый интерьер, то мы просим сначала показать фотографии, показать, какие орнаменты, какие цвета. И, конечно, хотим посмотреть, понятно, что уже увидеть. Но начать можно сначала онлайн. С фотографий, с картинок, с визуализацией. Мы уже представляем, что вот сегодня утром приходила заказчица, давно я не видела таких интерьеров. У нее интерьер в центре Москвы, в
старое здание и оставлены балки в потолке. И сделана роспись, выполнена роспись. И достойно, я хочу сказать. Я очень давно не видела, чтобы, особенно в квартирах, вот были такие интерьеры. И это как бы сделано очень достойно. Тут же понятно, что ткани мы сразу же начали предлагать давно, которые... определенного уровня, да? Каталоги смотрят, там, ну, как бы какие-то льны с какими-то легкими там полупрозрачные, с небольшими мережками, там что-то такое стали предлагать. И она сказала, да, да, вы меня поняли сразу. А как же не понять, когда характерный интерьер, да, когда он дает тон? Понятно, что вот... Оля, а вот если мы сейчас говорим о том, что все-таки в самом начале мы закладываем шторы и рассматриваем их уже вкупе со всем дизайном, но ситуация может быть разная. Если мы вначале выбрали одного вида ткани, одного вида, был задуман, рассчитывали на один бюджет, а потом выходит к концу ремонта, как всегда, бюджет может меняться. Можно ли из того, что было задумано в начале, при другом бюджете решить это в конце уже ремонта? Реально это или нет? Да, конечно, реально. Так часто бывает на самом деле. Конечно, мы хотим, чтобы у нас не было ограничений по бюджету. Это, да, это всегда для дизайнера приятно, но как бы диктует свое. Да, мы ищем замену, мы ищем от более дорогих брендов переходим к более бюджетным, там от французов, англичан, итальянцев к испанцам. И есть более бюджетные варианты. Кто-то есть, конечно, очень даже неплохой в Москве, если какие-то базовые отношения. Мы можем, в принципе, не обязательно брать какие-то именитые бренды и заказные ткани. Что-то найти в Москве, в том числе, сделать замену, которая, ну, скажем так, если у вас тюль выбран, да, он базовый, он, допустим, матовый, полупрозрачный, выбран какой-то, ну, скажем, Бауман, какой-то хорошей, дорогой фирмы. Ремонт заканчивается, и этот тюль стоит там определенную сумму, и мы понимаем, что мы не вписываемся. Но мы всегда найдем, что предложить замену, как бы не сильно, скажем так, не очень сильно потеряв в общем дизайне или вообще не потеряв. Просто, может быть, так сильно, тактильно, этот он не будет такой нежный, такой, такой мягкий, но визуально достаточно, как бы, очень достойный. Это касается ткани, а то, что касается карнизов, в этом есть? В карнизах есть такой же разброс по стоимости, как в тканях? Да. С карнизами немножко сложнее, если это такая, как бы, скажем, классика французская, если это что-то типа Бальзака, или там, я не знаю, ну, Каза Валентина, там есть современные карнизы, их можно снять более-менее похожие, современные, или там взять чуть подешевле Португалию, взять то, что у нас делается, тот же Виндека, там какие-то еще фирмы, которые представлены в Москве российского производства. Есть возможность, если это не вот, ну вот, допустим, вот, можно, это карниз, в принципе, вполне гуманной цены, но это может быть и Байрон, он помощнее, и там вот разница в разы, конечно, по цене будет. Оль, ну вот этот карниз, он крепится к стене, а есть карнизы, которые мы прячем в нишах. Вот, расскажите о тех правилах, которые мы должны, и дизайнеры, и архитекторы, помнить при правильном проектировании тех же потолков. Да, ну вот смотрите, когда закладывается ниша под шторы, да, всегда, вот, кстати, я хочу сказать один бонус тут. Это правило расчета ниши у нас есть в гайде, который вы все можете получить, если подпишетесь, напишите «хочу гайд» или «хочу пользу», да. «Хочу». Там несколько интересных и полезных вещей мы собрали, которые наиболее часто спрашивают, при, ну вот, когда задумываются о шторах, в том числе и архитекторы, и дизайнеры. Я тоже хочу гайд. Гайд
Вот. Я думаю, что это всем будет полезно. И там есть правила. То есть всегда надо учитывать, насколько тяжелые шторы и как они драпируются, место их парковки, когда шторы раздвинуты, и насколько они занимают место, это все зависит от складки, которую мы делаем, будь то ручная складка, бантовая, просто сборка на шторной ленте, то есть там определенные параметры. Зависит от типа карниза, если это электрический карниз, у них пошире бегунки, и они каждый бегунок, если, допустим, большое окно, там на 4 метра, то каждый бегунок, он там от фирмы зависит от 0,5, но это самый маленький, до 1 сантиметра. То есть вы понимаете, если у вас там 35 бегунков уходит на одну сторону, это уже 35 сантиметров только по парковке самого без ткани. Но еще ткань пружинит, и поэтому надо рассчитывать, что сколько вы выносите от проема на простенок эту нишу, чтобы не заедать свет, чтобы дневной свет не отсекался вот этой шторой, которая паркуется на пол окна. Это важно. Это все зависит от того, сколько, какое окно. Чем больше окно, тем больше надо делать отступ на стену. Ну, в среднем на окно где-то 2,20-2,40 мы делаем где-то 25-30 сантиметров. Ну, 35 вообще шикарно, если плотные какие-то бархатные шторы с хорошей складкой, то там они все уйдут. Нам главное, чтобы свет оставался, правильно? Все любят днем, чтобы свет светил в окошко. Вот, а это по глубине шторы, да, вопрос? Да, да. Ну, хорошо, чтобы шторная лента, либо какая-то конструкция уходила, как бы штора как бы выходила из потолка просто... как бы свободно красивой скульптурной такой массой, да? Да, вот. И тогда нужно минимум где-то от 10 сантиметров, вообще идеально 15 сантиметров это глубина потолочной вот этой вот ниши, да. Это такие вещи. Но, в принципе, сейчас можно делать, бывает, что чисто декоративной молдингом отбивают, да, молдинг 10 сантиметров и 10. Но как бы всегда надо помнить, 7 сантиметров, тем более, если ты подходишь в угол, вот взгляда у тебя снизу острый, то там всегда будет видно. Но сейчас мы делаем часто ручную складку, которая сама по себе красивая. Это не имеет прям такое вот значение, что мы увидим, как идет сформирована складка. То есть там нет швов. Мы часто используем шовную технологию, поперечных швов вообще никаких нету. Как бы идет красивая сформированная фалда, прям, но как бы классический и самое такое 15 сантиметров. И ширина, да, вот да. Сколько мы отступаем от стены. Да. Смотреть, насколько выступает подоконник, это раз. Если есть какой-то батарея, радиатор, что-либо, да, это два. Допустим, у вас выступает на 10 сантиметров. Поэтому первый ряд может проходить практически, если хотите сэкономить место, практически на эти 10 сантиметров. Потому что если это тюль, то она, это незаметно, когда она где-то докоснется своей одной стороной. Ну, идеально, если 2 сантиметра. То есть 10 плюс 2, 12, это первый ряд. Второй ряд, если это штора. Подшторник. Часто сейчас подшторники делают, которые рабочие. Они могут быть блэкаутом, которые закрывают именно, предохраняют от солнечного света. Это еще плюс 5 сантиметров. Это стандартно. Если очень плотная ткань какая-то, до 7 надо доводить. Если совсем тонкая, то 4 можно взять, если больше экономить. Но в среднем 5. Вот 12 плюс 5 уже 17. Потом идет ряд, если нужен третий, декоративный шторы, которая редко работает, она как-то подхвачена. Там тоже 4-5 сантиметра надо брать. Это уже 17 плюс 5, это у нас 22. 22 сантиметра вот у нас уже и так, чтобы она не влипала в стенку ниши, еще чтобы можно было вешать, чтобы руки могли зацепить крючок. Да. 2-3 сантиметра. То есть
вот получается 25. 25 это 3 ряда с выступом 10 сантиметров подоконника или конвектор, ну, или что-то, mm-hmm. что выступает от стены. Оля, скажите, пожалуйста, а если у нас именно конвекторы в полу, и как правильно тогда расположить шторы? Они могут упираться у нас прямо в внутрипольный конвектор, решетки, или как в этом случае быть? Никаких противопоказаний, как врачи говорят, нет. То есть единственное, что бывает, воздушный поток идет, да? Да. Как правило, кусочек вам показал, вот конвектор, если так видно, да, вот там за столиком. Mm-hmm. Да. Вот шторы, они вполне прилегают к полу и чуть-чуть на 3 сантиметра лежат. Ну, как бы, если по дизайну шторы должны лежать, ну, главное не класть их слишком много, чтобы они полностью не перекрывали, да, но mm-hmm. сантиметров, чтобы они спружинили, это не страшно. Вопрос с тюлем. Тюль лучше делать в пол и низ, внизу оставлять утяжелитель. Я сама не очень люблю утяжелитель. Сейчас как-то тенденция такая, что мы делаем хорошую, ну, нормальную подгибку на тюле. Вот это, как раньше, шов американка, которую ниточку, это как-то уже ушло. Mm-hmm. Утяжелитель, в принципе, мы стараемся срезать, он немножко оставляет грубый низ. Но mm-hmm. в случае с конвектором, который в полу, мы оставляем утяжелитель, чтобы совсем не раздувалось, понимаете, чтобы хоть чуть-чуть да. оттягивал, да. А вот, ну, если мы вернемся к классическим обычным радиаторам настенным, если существуют какие-то рекомендации по тому, сколько, насколько должно быть лежать штора на полу? Вот, это, опять-таки, зависит от определенных от тканей, наверное, но как это правильно рассчитать? Если существуют ли какие-то правила на этот счет? Да. Хороший вопрос, спасибо. Потому что некоторые ткани, вот, например, такие, как я называю, хрустящие, тафтовые шелка, например, да, или ткани какие-то современные, такие хай-течные, вот с металлической нитью, допустим, которые такие ломкие, их делать, чтобы они просто висели до пола, некрасиво. Их всегда надо положить, чтобы они скульптурно, вот красиво легли, сломались. А иначе это будет кургуза странненько и бедненько. Ну, я так говорю. То есть ткани, которые ломаются, их лучше не вешать, они все равно не дают такую скульптурную пластичную драпировку. Вот до пола можно делать ткани типа атласа, типа сатинов, типа каких-то, ну, даже тяжелый лен можно с хорошей подгибкой сделать до пола, если есть пожелание заказчика. Некоторые просто не любят. У кого-то есть там домашние питомцы, которые... Да. Штор, как я называю. Ну, нет, я их очень люблю, но бывают конкретные враги штор. Недавно он, кажется, шикарный. Интерьер с прекрасными шторами во французском стиле, там лепнина, там все прекрасно. Шторы лежат на 25 сантиметров. Это шелк с вышивкой, шторы, подшторники шелковые, прекрасные кисти. Но там две чудесные кошки, любимицы семьи. И там у нас услуга такая дополнительная на фирме, что мы помогаем, ну, химчистку мы только можем порекомендовать, которую проверенную, которую мы знаем, что не испортит, у них импортные прекрасные химикаты, но мы можем снять, отвезти и обратно привезти и повесить и отпарить. По-моему, у нас есть волшебные люди такие на нашей фирме. И мы это делаем, этот комплекс услуг. Но вообще, когда шторы абсолютно новые, и тут же 3 штуки из них, там, допустим, там гостиная огромная, соединенная со столовой, там, ну, много, большое количество штор и окон, и 3 из них тут же надо везти в химчистку, потому что милейшие создания, любимицы семьи всех и вся пометили все, потому что они нервничали, что-то новое зачем-то тут, зачем это все. Вот, ну, сейчас хорошо уже, они привыкли, но просто вот такие вот бывают нюансы. Некоторым это заранее
не нравится, и все говорят, нет, нет, загородный дом, у нас собаки, там кошки, пожалуйста, нам только в пол. Тогда мы должны понимать, какую предлагаем. То есть нет ткани, заведомо нельзя предлагать даже вообще никак. Во-первых, некоторые оттягиваются, и они пружинят, и они будут всю, ну, как бы всю свою шторную жизнь. Если их, допустим, только повесило, они какое-то время оттягиваются, потом их похимчистили, они подпрыгнули, или там, если их можно стирать, постирали. И вот они вот живут своей жизнью, их выровнять в ноль, но практически их надо без конца перевешивать. Благо сейчас есть, когда можно на сантиметр крючком такие штуки регулировать. Да, регулировать. Все можно, но это надо без конца приезжать и их регулировать. Поэтому в некоторых случаях просто нельзя некоторые ткани предлагать вообще, длина в пол ровная. То есть мы должны это знать, понимать вообще свойства ткани. Для этого надо, ну, как просто иметь большой опыт, скажем так. Понятно. Оля, а у вас есть это в гайде о том, что спросить, какие домашние животные есть у вас, у заказчика? А, нет. Хорошая мысль. Спасибо. Мы будем вот так вот и делать, какие у вас домашние животные, чтобы сразу понять, какие ткани вам предлагать. А, но интересно. Есть домашние животные, я вам хочу сказать, вот тоже мы недавно шили шторы, там французская бульдожка, любимица семьи, и она, ну, очень интеллигентная дама, она вообще лежит на полу, причем прекрасный атласный шелк, и все вот в гостиной, окна в пол, и, кстати, коллекторы в полу, все хорошо там, и она вообще, ну, она близко не подходит. И когда я сказала ничего, что, ну, вопрос там задала заказчикам, сказала, что вы, она вообще, она у нас умнее, чем многие люди. Ну да, у нас есть такие члены семьи. Да, член семьи. Молчаливые и умные. Оль, вот вопрос у нас был из Санкт-Петербурга. Помните? Да. По шторам. Значит, там был вопрос такой, что светит солнце, и можно ли сделать рулонку, римку из тюля и шторы еще декоративные. Да. Я думаю, что да, можно. В принципе, можно, если позволяет место. Или вы говорите про боковые? У нее там два вопроса было. Один вопрос детской. Можно ли сделать рулонку и при этом еще сделать римскую сторону? Я посмотрела на эту фотографию и увидела вот что. Что это все сделать можно, но там не очень симпатичный батарея, грубо говоря, висит. Декоративная. И я бы в ее случае как раз посоветовала тюль в пол, чтобы увести это все, сказать так, в дымку, затянуть задний план, а рулон поставить на затемнение, если очень светит солнце и недостаточно штор, и они уже существуют, они не на блэкауте, и она вот вопрос по поводу тюля и римки задавала, и по поводу, можно ли сочетать тюль римку с рулонкой, конечно, да. Очень часто бывает так, что шторы делаются совсем декоративные, в том числе какая-то австрийка, которую каждый раз не хочется, там тоже шелковая какая-то, которую каждый раз не хочется поднимать, опускать и расправлять на ней складочки, да, вот, которая очень красивая, хочется оставить в определенном положении, на определенной высоте по пропорциям. Сбоку подхвачены прекрасные другие шторы шелковые, и при этом все равно нужно затемняться, и тогда мы прячем, тем более, благо, за австрийкой как бы можно рулонку не увидеть, и на ночь просто опускается рулонная штора, вечером, чтобы как бы не мешали, там, если это загородный дом, например, там кто-то ходит, и чтобы чувствовать себя уютно, комфортно и затемнять шторы. В принципе, они бывают довольно приятные, симпатичные и достаточно нейтральные. И редко, когда рулонные шторы я использую. Ну, бывают в Casa Valentini хорошие при минималистичном дизайне. Можно. У них очень красивые карнизные планки. В
Вот сейчас я вам покажу, даже я тут приготовила. Это вот как раз для современного минималистичного. Да? У них вот это вот все. Это только один вариант. А их, в принципе, там много достаточно. Вот, пожалуйста. Но если это интерьер, и у вас, наоборот, там какая-то красота впереди, то можно спрятать сзади рулон нейтральную, базовую, какую-то молочного цвета, какого там нужно. Оль, а скажите, пожалуйста, вот по своему опыту, арочные окна, если вот насколько принципиально арочные окна оформлять именно арочным карнизом, или может быть опять-таки ровный карниз? Вы знаете, очень зависит от интерьера тоже. Если это вдруг что-то такое французское замковое, то хочется оставить эти линии, да? Но сейчас часто же ведь очень довольно экологичные интерьеры, если окно арочное, да, и достаточно, ну, современный, может, даже и классический дизайн, то я, в общем-то, не очень люблю вот эти все истории, да? Я бы делала красивый прямой карниз, может быть, деревянный, может быть, кованый, смотря какая стилистика. И в раздвинутом виде все равно это окно видно. То есть вот эту арку его видно. Если нету блэкаута, то его видно из-за виде на просвет. То есть все равно вот эта вот архитектура, она остается, ее всегда видно. Дополнительная сложность, это дополнительная красота для интерьера, да? Но повторять арочные вот эти вот истории с липучкой, допустим, потому что они не рабочие. Если у вас выгнутый карниз, как правило, либо надо делать ламбрекен, вот повторяя эту форму, и тогда будут шторы, которые просто раздвигаться, либо это будет не рабочие, а только ну, можно будет раздвигать, если это плотно на арке штора. Ну, вот такие варианты. Опять же, зависит от самого интерьера. Если это прям вот без этого плохо, то делать арочные. Можно закрыть это ламбрекеном на жесткой основе бандоль какой. Но сейчас это так редко, такие интерьеры очень редко. Знаете, просто это было в 2019 году, и у меня заказчик прям вот захотел именно повторить арку. И я не смогла его убедить о том, что давайте мы сделаем здесь ровный карниз просто прямой. Из ситуации. Да. Оля, скажите, пожалуйста, а вообще, как вы считаете, вот шторы шьются в конце ремонта? Насколько их лет хватает? Или как часто нужно менять этот текстильный дизайн? Так как я занимаюсь этим там с третьего года, фактически, да, то со многими заказчиками я до сих пор общаюсь и уже делала их там родственникам, друзьям. И иногда приезжаю, да, на те объекты, которые я когда-то делала давно, там, в линии, вижу, ой, те же шторы-то я делала. И они красивые, оказывается. Ну, то есть, в принципе, зависит, конечно, от ткани. Если это шов, то у него меньше, натуральный шов, да, то у него, конечно, его век меньше, чем, допустим, какие-то смесовые ткани или синтетика, или даже хлопки и льны. Но... которые, ну, вот я, которые делала, есть, которые 15 лет прекрасно служат. Просто часто бывает, что люди хотят освежить. Просто они говорят, ой, хочу что-то новое, светлое, или, допустим, хочу уйти там из бежевых в более холодный серый. Покрасили, обновили цвет интерьера, стены там, и все. И тогда мы делаем, конечно, новые шторы. Но, в принципе, обычно мы рассчитываем, что шторы не меньше 7 лет должны висеть. Сколько? 7. 7 лет, да? Да, 7 лет. Не меньше 7. Ну, если они вам не надоят через... Ну, или 2 комплекта. Знаете, как часто? Многие у меня заказчики имеют 2 комплекта. То есть 2 комплекта одинаковых или там все-таки какая-то... Вообще. Вот, допустим, настроение лета, настроение зима. Одни, которые потом захотелось, поменяли другие. Говорят, ну как хорошо, как будто все новое. Да, как будто новый дизайн. Да. В этом случае вы же, к вам же обращаются, вы можете приехать и их перевесить. Там же это целый процесс, особенно если эти окна высокие. Да, да.
да, и особенно если там римки, австрийки, их надо, да, мы делаем, да, у нас есть такая услуга, постобслуживание, даже это я, по-моему, у нас написано в профиле Инстаграма, что в том числе постобслуживание наших мы делаем. Оль, у вас вот помимо штор, я когда была в вашем прекрасном офисе, в вашем салоне, у вас много еще разных подушек, красивых, да, разных форм. Вы их отдельно шьете, это как отдельно услуга идет, или можно прийти и купить их без... Да, конечно, можно их купить отдельно. Я вообще люблю, просто это, ну как, моя страсть, я люблю сочетать ткани, люблю что-то подбирать. Я когда прихожу, увижу кусочки какие-то у нас остаются, я прям сразу говорю, вот никакой паузы, если вдруг у вас там что-то, вот, пожалуйста, шейте подушечки разные. И наши подушки, в общем-то, потихонечку они расходятся, вот многие стилисты обращаются, которые для съемки интерьера. Мы, бывает, что целыми мешками вот такими отправляем разные, и часть из них благополучно находит свой новый дом, если они красиво вписываются в интерьер, то часто их хотят оставить у себя и так далее. И вы можете приехать там всегда, посмотреть и выбрать. У нас много, даже здесь тоже есть что-то в шоуруме в Artplay, но в цеху у нас цех на Авиамоторной. В принципе, мы любим всех приглашать туда, даже на экскурсию. Многим интересно посмотреть, как все это волшебство происходит. И там можно посмотреть. Оля, может быть, вы отдельно организуете действительно экскурсию для дизайнеров, архитекторов к себе в цех? Да. Туда вы просто, может быть, там объявите какой-то день, соберете нас всех и свозите, да, покажете. Поставим красный день, выберем, устроим чаепитие там, и, так сказать, я познакомлюсь со всеми. Там у нас такие закрома родины, там куча всяких почков, остаточков. Это огромный потенциальный такой потенциал для творчества. У меня девочки приходят, и там немножко зависают, залипают. Говорят, вот давай что-нибудь думаем из этого. Я, знаете, сейчас еще раз хочу вернуться к тому, что вот у меня, когда была съемка загородного дома, и мы с Юлей Чеботари ездили, искали аксессуары. Дело в том, что съемка иногда проходит в тот момент, когда дом еще не закончен до конца, и там просто не хватает деталей. И вот я хочу обратить внимание всех, кто будет пересматривать этот эфир, что Коле можно прийти, выбрать как раз некоторые подушки на диваны, на кровать. У нее очень интересные по дизайну, по текстуре разнообразное количество подушек, которые просто есть в этом шоуруме на Artplay. А если она говорит, что еще в цеху их много, то я рекомендую сделать себе галочку, заметку, и если будут съемки, идти к Оле и выбирать. Да, да, приходите, и даже можете пофантазировать и вместе что-нибудь еще создать. У меня есть и, в общем-то, там складик, и довольно много натуральных и дюпонов, которые я скапливаю. Я покупала прямо, и там у меня можно выбрать. Бархаты есть, какие-то жаккарды, в принципе, и таких серьезных размеров, а точка, с которыми можно что-то придумывать и вообще фантазировать. Это вообще, это вот от пола до потолка целый, ну, такой маленький складик. Это ценный складик. Да, да, да. Ценный. Так, вот у нас есть еще вопрос такой. Особенности штор в зависимости от окна. Деревянное оно или пластиковое? А. Есть? А. Опять же, тут в основном только деревянные, но, скорее всего, если какое-то алюминиевое или какие-то там импосты такие строгие, какие-то черные или там, да,
бывают и цвета, да, то тогда, конечно, шторы должны быть не в цветочек горошек, да, скорее они должны быть какие-то минималистичные или соответствующие этому, а остальное, деревянные или пластиковые рамы, в принципе, никакого значения не имеют. Тем более, что если используется тюль, то рама уходит, как сказать, уже на второй план, и это не имеет значения. И то есть, в принципе, я как бы делала и легкие светлые шторы в французском стиле с темными рамами, это тоже нормально смотрится, нет? Я не думаю. Вот единственное, что вот как раз то, что я говорю, если какое-то здание очень современное, хай-течное и какие-то конкретно прям детали архитектурные с окном связаны, то тогда да, тогда какой-то стиль уже задается определенный. Оль, а зависит, например, если это помещение либо бассейн, либо ванная комната, есть ли какие-то определенные требования к тканям и карнизам в этих помещениях? Ну, бассейн, там влажность повышенная. Что тогда? Да, есть, которые как бы предназначены аутдор. Их можно и на улицу, их можно во влажное помещение, в бассейне. Они не поддерживают гниение и так далее, высыхают. Да, это нужно смотреть непосредственно. Ну, и либо бывают синтетические ткани, которые тоже мы смотрим, они легкие, они как бы не впитывают влагу. И даже если они не написаны, что это аутдор, мы понимаем тоже, что их можно использовать. И часто используем, и все прекрасно. Шелка натуральные. Вот. Нежелательно тонкие какие-то батисты, хлопки, льны, которые да, и которые потом, в принципе, тоже, как любая натуральная ткань, ну, понятно, что не из шерсти тоже, хотя шерсть очень модно, но вот во влажных помещениях всегда это не рекомендуется. А так, в принципе, для ванных мы часто сейчас делаем декоративные шторы из двух тканей, которые на сторону помещения, то есть эта ткань какая-то, может быть, синтетическая, может быть, даже и какая-то, как хороший сатиновый хлопок, и на которая перекидывается, мы делаем отлитную подкладку с непромокаемой ткани. Ну, она тоже тонкая, мягкая, и, в принципе, все прекрасно себя ведет. Сейчас везде система вентиляции такого, чтобы застаивалась какая-то влага, ну, как бы редко бывает. Я думаю, такого практически не бывает. Оль, ну, мы вот сейчас с вами проговорили о том, что вы пришлете гайды тем, кто подпишется и напишет в директ: хочу гайд, как правильно разместить шторы, что нужно учесть в проекте. Да. Но, а поделитесь с нами, у вас были моменты наверняка, когда не предусмотрел дизайнер и архитектор что-то и не рассказал вам то, на что можно наткнуться, при том, когда будете размещать те же самые карнизы, вешать шторы. Ой, ну, такие истории были, конечно, и когда было запланировано, например, по дизайну шторы, но при этом окно должно открываться именно так, даже на проветривание, узкая потолочная ниша, как бы никак. И она мешается, и что делать, но ищем какие-то варианты, как уйти от этого. Были, конечно, совсем курьезные случаи, когда мы приехали один дом отдыха одной известной корпорации Подмосковья. Там были заложены, ну, такой прям особняк в классическом стиле, были заложены потолочные ниши. Первое же сверление, которое произвел монтажник, попал вдруг горячей водой. То есть там на слое гипсокартона лежали трубы, ничем не проложены, они просто были врублены. Соответственно, это, конечно, была грубейшая ошибка строителей, но при этом это было страшно, когда по всему периметру из этого декоративного молдинга потекла горячая вода. Вообще катастрофа просто. Да, да. Вот это такое
это нельзя предугадать, это нельзя предсказать, потому что трубы пластиковые, их нельзя никак прощупать, но просто ну, такое было. Так, в общем, в принципе, когда построена потолок, не учтен вынос подоконника или там конвектора или чего, и остается там либо 3 сантиметра разницы, либо там 5, выходим, либо делаем на раму римские шторы. Тоже такое было. Сделано так, что или мебель подходит да, как продолжение откоса. Ты не можешь за шторами. Либо, как я говорю, совсем не предусмотрели, потому что все шторы будут лежать на подоконнике, на батарее. Ну, по ходу чуть-чуть дизайн. В общем, тоже выходим из ситуации, бывает очень... Я вообще считаю, что не бывает испорченного интерьера, бывает неиспорченный. И совсем так со шторами, и с, я думаю, с дизайном, то можно, когда трудная ситуация, включается, наоборот, фантазия, фиксируются мысли, мозги, придумываешь такое, что вообще в жизни ты бы не придумал. Как, например, у меня влюбились в одну ткань заказчики в детскую. Это была морская тема с корабликами, но очень красиво выполнена французская фирма. Там какие-то парусники, именно цвет, лен был красивый, именно в таком цвете, в котором нужно. И все, оказалось, что эта ткань снята с производства. А под нее там много чего, уже какой-то постер или какую-то работу на стену, там какие-то подушки, сидушки на подоконник под шторками должны быть такие, как диванчики, да, глубокие подоконники. И все это вместе, как бы, все стали, искали замену, они плачут, нет, хотим это. Нашли. Еще один, а это был большой образец, он вот так раскладывался. То есть это примерно где-то метр длиной и в ширину где-то, наверное, сантиметров ну, под 90-80. Мы нашли еще один образец, нам его прислали, по-моему, из Лондона. И мы из двух этих образцов подбирали компаньоны и сделали как бы сложные шторы, такой панно с какими-то льняными вставками, которые прям перекликались с этими парусниками совсем. И мы сделали все-таки эти римские шторы. Я недавно у них была в гостях, у этих заказчиков, но это было уже лет 7 назад, на самом деле. Они так обожают, они говорят, Коля, как это мы, вот как так могли сделать? Как это лучше, чем если бы мы просто одни эти парусники? Ну, все-таки... Оль, мы уже почти с вами час в эфире. Да. Да, время прошло быстро. Я хотела бы напомнить всем, что у Оли подготовлены гайды, как правильно нам в проектах предусмотреть шторы, что нам нужно сделать, как правильно рассчитать ниши. И Оля разошлет этот гайд всем тем, кто напишет в ней в директ. И, естественно, кто будет подписан на Ольгу. Я обязательно сохраню этот прямой эфир. И в комментариях еще раз напомню про этот гайд. Спасибо. Как интересно с вами вообще разговаривать. И в прошлый раз, когда мы просто время было незаметно, а вначале, помните, я говорила, я не знаю, о чем я буду говорить. Да. Ой, можно не надо так долго. Да, Оля, а вот мы сейчас с вами как раз проговорили все о шторах, и мы на самом деле не все вопросы затронули. И я вас, знаете, попрошу в ответ, да, вы, пожалуйста, напишите пост по тем вопросам, которые были у нас к этому эфиру подготовлены. Я думаю, что это даже будет не один пост, а несколько, да. Потому что там было много вопросов. И вы простите, если мы на чей-то не смогли ответить в этом эфире. Просто действительно час оказался для этого всего слишком мало. И просуммировав, хочу сказать, Оля, вам большое спасибо, что вы согласились выйти со мной в прямой эфир и обсудить этот вопрос.
шторы как бы вешаются в самом конце нашего ремонта, всего работы над интерьером, но реально о них нужно думать в самом начале. Я постоянно в своих постах пишу и пытаюсь объяснить заказчикам то, что они пытаются оставить на самый конец, то, что им кажется, что ну что же, зачем? Это можно подумать об этом в самом конце. Зачем же вы спрашиваете об этом меня сейчас, когда я еще не понимаю, какое будет пространство? Реально об этом нужно думать в самом начале. Оль, спасибо большое. Спасибо. Все желающие получить гайд, пишите, пожалуйста, Оле в директ. И я думаю, что через какое-то время мы еще раз повторим. И, Оля, я вас очень прошу, организуйте для нас экскурсию в вашу мастерскую. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто слушал, кто присоединялся и отсоединялся. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания.